Всем добрый вечер, поп Александр Невский. Мы сегодня поем оду славному советскому доброму самбо. Ну вот, есть такие вещи, которых нет ни в БЖЖ, ни в грэплингах, по крайней мере, ни разу не видел. Вот, а в самбите есть такие вещи. Я захожу сбоку от партнера, да, вот отсюда контроль, и дальше делаю следующую вещь. Ногой перекрываю ножку вот сюда и заряжаю ножкой сюда. И можно сразу сделать такой вот зацепчик. Вот, ногой закрыть, чтобы ножка была под контролем. Дальше идет переход мой под ним. Я должен выползти головой с этой стороны. Вот сюда. Забираю ножку вот сюда. И можно вот таким образом здесь вот так вот, такой рычажок делать. И здесь одновременно идет перелом как на левую ногу, так и на правую ногу. И на две одновременно. И можно кругом пройти, просто положение пройти. И это положение называется, или прием, цыпленок табака. Или куриные лапки, можно сказать. Напоминаю, да, это цыпленок табака. Вот таким образом. И здесь, на самом деле, партнеру очень даже тяжело уйти. Я вот не буду ломать, просто попробую что-то сделать, добраться до меня. Я не ломаю ничего, я только держу. А за ноги попробуй, Сань. Очень болезненная штучка. Сразу же хочу предупредить, кто будет эту вещь практиковать, ни в коем случае не делать резко, делать очень мягко, чтобы не было травм. Потому что если канарейка это минус одно колено, то цыпленок табака это минус два колена сразу. Вот. Ну и как это в борьбе может получиться? Это как бы классическое исполнение. А как может получиться? Мы боремся, партнер проходит одну мою ногу, одну ногу, одна осталась. И он пытается тоже эту ногу вытащить. Вот я захватил ножку. Вот захватил ножку. Сплошь и рядом такое положение, да? Вот. Сплошь и рядом. Так вот отсюда я ухожу вот сюда, забираю ножку вот сюда. И прихожу ровно в это же положение. Еще разочек. Вот партнер проходит, но я раз ногу перекрыл, чтобы он не ушел. А он сам пытается уйти. И получается, я как раз забираю голень. Видите? И именно это положение. Вот я захватил ножку. Вот отсюда обычно как бы борются и ничего не делают. Как продолжение сегодняшней темы, я ныряю опять же дальнюю ножку, забираю вот сюда. Могу вот таким образом. Могу вот таким образом. Самое оптимальное, чтобы нога у него была пятка прижата к ягодицам, чтобы я прижимал ногу вот сюда. Эта рука упирается ему в голень, и вот перелом. Есть, соответственно, защита от этого болевого. Сразу ногу выпрямлять, да. Ну, там остается та нога, да, вот выпрямлять ногу, раз. Я могу, в принципе, и ту ногу поджать. Соответственно, ту ногу тоже выпрямлять, да. Это защита. А защита от этого цыпленка табака первоначальным положением делали. Просто партнера накрыть, того, кто проходит. Вот я забрался, да, вот контролирую, вот ножку зарядил вот сюда. И как только я пошел туда проходить, меня просто накрыть вот сюда. Да, и ножку освобождать сразу. Да. Вот это защита. Прием очень травмоопасный. Это старая советская самбо, поэтому с ним очень аккуратненько, тщательно работать. Ну и детям младше 16 лет не показывать. Будет категория 16+. Все, спасибо.